любителей смотреть и слушать анекдоты, приглашаем на канал «Анекдоты с Петухой». Ссылка будет внизу под видео. Туровой, я не пойму, как страна, победившая Наполеона и Гитлера, не может победить алкоголизм? Милая моя, алкоголизм на нас не нападал. Липтико! Завтра идем на свадьбу моего лучшего друга Джулии Робертс. Как завтра? А как же платье, как цветы и подарок? Ты совсем что ли дура некультурная? Это кино так называется. Ой, молчал бы уж. Когда я тебя на Левелиное озеро звала, кто приперся с уточками? Липтико! Овсяная каша, овсяной кисель. Ты что-нибудь другое варить умеешь? Я умею, только нельзя мне забывать про ипотеку. Липтико! Когда отец по-настоящему чувствует себя счастливым? Сразу после того, как ребенок родился, но жена еще в роддоме. Липтико! Ты все еще с той же женщиной в отношениях? Нет, развелись. А что случилось? Она начала кричать: «Ты меня не любишь!» А ты? А я говорю: «Люблю, Авдотья». А она? А она Матрёна. Липтико! Матрёна, зачем ты избила своего мужа? Да не била я его, только пыталась до него достучаться. Липтико! Это откуда у тебя столько денег? Да вот это... На подарок тебе купил. Да? А чё так мало? Липтико! Позавчера муж застукал, что я брила ноги его плиткой и заставил купить новую. Ой, девки, что я вам скажу? Новый бред еще лучше. Липтико! Петруха, перед свадьбой я хочу тебе признаться во всех своих грехах. Матрёна, ты же позавчера признавалась. Ну, сейчас есть еще новые данные. Липтико! Дискотека – коварная штука. Сначала не разрешали родители, потом муж, потом дети. Боюсь, когда разрешат, боюсь танцпол песком засыпать. Подписываемся.